Продолжает свою работу полюбившаяся ребятам выездная творческая акция «В гости к соседу казачья слава». Гостеприимная станица Петровская, которая славится своими казачьими традициями, приняла юных жителей Забойского сельского поселения. Наш репортаж об этом событии. Большой серебристый автобус с комфортом домчал ребят из поселка Забойского в станицу Петровскую. Как самых почетных гостей, соседей на пороге Дома культуры с хлебом-солью встречали участники народного коллектива «Приазовье». Забайчан приветствовал глава Петровского сельского поселения. И сегодня вы немножко познакомитесь со станицей Петровской, с ее традициями. Наталья Антоновна вас поведет в музей славы нашей казачьей истории. Спасибо вам огромное за то, что приехали, что уважили нас. Всего вам самого хорошего. В репертуаре народного самодеятельного коллектива «Приазовье», которому уже более четверти века, множество песен о России, о родной Кубани, о ратных и трудовых подвигах наших отцов и дедов. Мы постараемся нашим юным забайчанам показать как можно больше хорошего нашей станицы. Вот мы начали мероприятие со встречи с хором народным «Приазовье», который является гордостью нашей станицы и непременно выступает на всех праздниках. Вот они недавно из Атамани только вернулись, где выступали. Большой интерес у ребят вызвал фильм о доблести кубанского казачества, в котором рассказывалось об истории казаков в нелегком 20 веке, о важности сохранения традиций. Посещение музея истории боевой и трудовой славы станицы Петровской произвело неизгладимое впечатление на школьников. Музей еще совсем молодой, но благодаря усилиям его создателей и всех станичников в нем собрано уже немало ценных экспонатов. Нам очень приятно побывать в станице Петровской. Нас удивили, как казаки нам спели песни. Это было очень трогательно. Это почтение для всех казаков, всем людям. Очень нам понравился музей. Нам очень много рассказали. Нам приятно было послушать. Спортивно-развлекательная программа, в которой приняли участие как гости, так и хозяева, петровчане, очень понравилось ребятам. Никого не надо было уговаривать, чтобы они попытали удачу в конкурсе или игре. Очень хорошая акция, да, действительно, дети очень довольны, счастливы, даже слышно их сюда, в музей сходили, интересно, все очень многое узнали, конечно, о станице, об истории края, вот сейчас он развлекается. Соперничество у ребят было самое нешуточное. Сил за жаркое кубанское лето они накопили немало. А где их и выплеснуть сполна, как не в хорошей игре? Все понравилось. Больше всего понравились игры всей командой. То есть больше всего было волнение. И то, что сказали, победила дружба. Немного усталые, но очень довольные, ребята вскоре отправились домой. Встреча добрых соседей получилась сердечной. И, конечно, она далеко не последняя. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».